Да, всем нашим, ребят, всем нашим. Привет всем нашим. Первая фотожаба сразу очень актуальная. Да, где меня утопили, Деграстрим утонул, и Бреня в костюме с надписью «Зачем жители это сделали?» Зачем это сделали жители, дорогие мои друзья, да? Зачем? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь знает, ребят? Катаксан скинул с фразы «Родной Ебеньград». Ребята, в Ебеньграде не соблюдаются права жителей, а у нас соблюдаются. У нас все счастливы, все классно, и даже храм построен. Мне кажется, у нас более демократическое государство, в то время как у Вульфа уже там, ну знаете, тоталитаризм, как бы, понимаете. В ННР реальных фашей режут стоя. Согласен, Олег был тем еще фашем. Как хорошо то, что пришла Настя и, скажем так, Дина, ну вы поняли. Minecraft Inside. А что это такое? Прикольно выглядит. Классненько. Спасибо большое за то, что скин. Красиво выглядело. Хроники Нищуганова, том 3. Это типа маленький житель, да? Вот бегает. Тут появляется Бреня. Эй, Бэбэй, да? Тебе что-то надо? Боюсь себе представить, что было дальше. Судя по всему, сейчас юго-восток. Понятно. Понятно. Красиво, конечно, сделано в фотошопе и в креативе. Ну, так. Это что? Это что? Фонд борьбы с саферами представляет, блядь. Тут какие-то с фурями, Олег, блядь, Муссолини, Толян. Он вам не Бэб. Трудовые лагеря, аферы с храмом, тайная империя, ББ великолепным. Блядь, я еще раз повторяю, ребят, уясните. Никакой аферы с храмом не было. Все было максимально по чесноку. Никакой аферы с храмом не было. Я... Ну это да, это я с Библией стою в храме, судя по всему. Напоминаю про фотожабу вчерашнюю от 13.59.14.2.01. Также хотел добавить, что прошлый донат был первый. Получается, ты лишил меня донатной детства. Ну главное не просто. Так, подожди, а ты по Москве говоришь? Что это? Что это, блядь? Что это? Что это? Это сейчас на чё намёк? ББ из 2016-го, Фембабы, Римский салют, ББ из 2022-го, Геноцид, а-ба-ба-ба-ба, осуждаю, друзья, вы можете писать хорошие донаты, пук-пук. Блядь, вы чё, охуели? Раньше времена, скажем так, были другие. Блядь, вот скинул, смотрите, ребят, я скинул фотку в телегу. В телегу скинул фотку, как я сижу в зале, смотрите. Смотрите, я вам даже сейчас покажу, ребят, смотрите. Смотрите, ребят, вот эту фотку я скинул в Телеграм, где я сижу в зале, не отрывая пяток от пола, сижу чилю. И вот обязательно нашелся чел, который сделал, блядь, который сделал вот это. И по этой самой манге, блядь. Вам вообще никакие вот фотки нельзя кидать, ребят. Такое было охуенное затишье, блядь, и вот снова. То есть я вот сижу, вот, вот оригинальная фотография. Длинные ноги. Сука, надо прифотошопить меня, блядь, с моими, опять же, кроссами. Типа я на коротких ногах. И все обязательно ха-ха-ха, блядь, да, вот, да. Клопка кидают на Good Game. А на Ютубе все просто пишут а-ха-ха, блядь. Вот вам реально с этого смешно. Чё стоишь, неси бумагу, я обосрался, блядь. А почему я в штанах? Это типа я в штаны обосрался? И что в этом смешного? На деревенском толчке? Бибим, бипсик, могила, коп. Можно понять смысл шутки, блядь? В 14.01 я, блядь, здесь вижу только эту фотожабу. Сегодняшний. А, вчерашний день. Человек с лопатой, который крадет говно, ББ и куст. Блядь.
Зацените, какой охуенный бихелит. Блять. Ну, вот это вот есть всякий. Вот сейчас вот его прислали, блядь. Ух, Шекилс, блядь. Спайдермен Олег in the Spider-Verse, блядь. Это, видимо, про то, что у меня куча Олегов появилась. Либо вот это вот. Подписчики и Олег с мечом в сердце лежит. Такие дела. Ладно, ребят, на сегодня все. Давайте, до скорых встреч.